Сегодня турецкая ночь в нашем отеле. Приехали какие-то музыканты. Сейчас спущусь вниз и посмотрю. Сейчас флаги. Посмотрим, что сегодня можно покушать. Сыры, вафли. Оливки черные, зеленые, огурчики соленые, морковка, травка. Перчики, лимончики. Различные соусы. Картошечка, баклажаны, грибочки. Дракон. Зона тортов. Вот, пожалуйста, такие тортики сегодня. Ням-нямки. Ну а здесь любимое место детишек — мороженка. Картошка фри, спагетти. А это бар, где можно взять пиво, раку, водку. В основном ребята все из СНГ, Казахстан, Киргизия. Такие буки здесь. Супы, чечевица. Мяса сегодня, на удивление, много. Вот такой лов, что ли. Грибы. Осо, коко, тыква, фасоль, курица, соус карри. Рис, макароны, баклажаны, картофель запеченный. Здесь курицу на гриле, помидоры, перцы, лук, рыба. Какая здесь рыба. Колоритный повар. Помидоры. Вот рыбка жарится. Шептит. По-моему, это форель. Шаурма. Рыбка типа барабульки. Баклажаны жарят. Спагетти, картошка фри. Вот такой сегодня ужин, турецкий день. Всем спасибо за внимание.
Thank you.